Ну, а в этом, о чем мы сейчас с вами послушали в начале свежего музыкального часа, участвовал только один сценарист, поэтому констатирую, значит, не судьба. Значит, судьба в чем-нибудь другом. Не имею в виду, что повезет в картах, если не везет в любви, нет. Я надеюсь, что вы встретите тогда правильного человека. Но это я, походу, песня воодушевился, так-то я надеюсь, что у вас все... В принципе, и сейчас в норме. Если нет, то русское радио, безусловно, поможет вам скрасить понедельник, поскольку открытие новой рабочей недели не для всех является легким мероприятием. А ведь должно быть. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел.